Я один из первых, может быть, а может и не последний, кто кидает вам этот вызов и говорит вам: выходите на ринг и докажите то, что вы мужики. Добро и позитив порвет вас нахрен. Ваш внимание. Ясно? Прибывала в Кемерово банда Симонеллы. В банде были жены тренера. Банда занималась темными делами, били морды за канал добра. Шел как год 30-й, все блогеры побиты. На ютубе лишь один король. Значит, Симонелла вместе с своей свитой вызывают хейтеров на бой. Эх, Сима, ты наш Симоночек. Сима, поет слава мужичоночек. Рэдисон, потом не магия. Кто следующий? До свидания. Едет из Сибири Симонеллы банда. Их главарь на панду походил и решил угрюмо: боец наш проигравший, ведь тех, кто фуры с дизами грузил. Правило одно лишь: бьем тех, кто слабее. На собрании банде он сказал: так что за дизлайки кулаком скорее наградит вас добренький канал. Эх, Сима, ты наш Симоночек. Сима, поет слава мужичоночек. Рэдисон, потом не магия. Кто следующий? До свидания. Бей меня, ты, дядя Сима, с тобой я едва знаком. Размажешь ты меня красиво по рингу добрым кулаком. Дизлайков ставил я немало, в комментариях был груб. Еще б не Сима не хватало, чтоб из меня ты сделал труп. Я не знаю, как теперь каналам верить, кто ведь сей мне втолковал. Джоб, не Федов Листеви и Пушман, я ведь свой Чернобыль обосновал.